темном бору, листьев зеленых тебе наберу. Вот и завершился межрегиональный фестиваль авторской песни. Три дня музыканты радовали гостей и друг друга своими композициями. Традиционно фестиваль прошел в формате open air после двухлетнего ковидного перерыва. Но зато его участники успели соскучиться по друг другу и живому общению. Ну, классная причина, чтобы собраться, пообщаться в компании, послушать классные песни. Может быть, кто-то откроет для себя новых бардов. Я вот всегда езжу, чтобы открыть для себя новые голоса. Все состоялось, что наши усилия не напрасны, а больше того, очень востребованы. Потому что все соскучились, вы правильно говорите. Два года мы просидели у экранов телевизоров и компьютеров, а наконец-то мы можем в привычном формате обняться, спеть вместе песни не только на эстраде, но и у теплого дружеского костра. У теплого костра нашлось место всем. Более 100 участников с разных регионов попробовали себя в разных форматах. Кто-то впервые прочувствовал, как это петь на сцене, выступив в формате открытый микрофон или конкурсный концерт. Благодаря таким фестивалям можно раскрыть свои таланты и навыки, что очень важно для молодежи. Очень важно для молодежи ульяновской и не только. Чем больше фестивалей, тем больше, я считаю, творческого развития молодежи. За уикенд мероприятие посетило порядка 7500 человек. Живая музыка всегда притягивает людей. Спасибо бардам за эти прекрасные душевные песни. Ну а мы ждем новых авторских творений уже только в следующем году. Кирилл Савосин, УПрав.ТВ.